Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я вам хочу представить довольно мощный блендер Magic Bullet 900. То есть 900 это означает 900 ватт. Это довольно мощный блендер, или его еще называют экстрактор. Экстрактор, потому что из-за его мощности. Практически перемеривает в труху в мельчайшую, ну практически все, но очень многое. Я хотел его купить в телемагазине Topshop, но в наличии его там не оказалось. Они его ждут, говорят, через неделю, через две. И то в этом магазине более слабая модель, она на 600 ватт продается, а это 900 ваттный. Все, что вы сейчас видите на видео, идет в комплекте к этому устройству. То есть вы видите 4 мерные чашки различного объема. Две одинаковых, и одна совсем маленькая, другая побольше. То есть всего 4. Два приспособления с ножами, две крышки, вот эти вот, которые потом можно, когда там что-то наполнить, закрыть. Вот эта штука идет, если вы, допустим, здесь что-то сделали и хотите отсюда пить, то чтобы... И хотите отсюда выпить, эта штука накручивается, ободок вот сюда вот просто, чтобы не мешала резьба. То есть резьба неприятна, когда берешь и пьешь отсюда. Вот такая чашка, в принципе. Тут уже точно такая же, как там насадка, которую мы накручивали, плюс еще и крышка. Вот, что еще есть? Такая крышка, супер хорошая резинка такая уплотнительная, силиконовая. В принципе, тоже можно на любой из них надеть. Ну и сам аппарат. Сейчас я продемонстрирую на простом эксперименте, как он работает. Ну вот сегодня мы сделаем фруктовый клубничный напиток. То есть мы смешаем клубнику со сметаной и с медом. Ну вот, в одной из емкостей мы поместили клубнику. Сейчас добавим сметану. И мед. Сверху мы еще добавили клубнику, берем нож и закручиваем. Закручивать нужно очень плотно, потому что, чтобы не вылилось. Вот мы имеем вот такой вот аппетитный объект. Вставляем его. И включаем. Ну вот, собственно, и все. Вот столько у нас получилось фактически.
клубничного нектара. Перед употреблением я его еще ставлю минут на 10 в морозилку, для того, чтобы он стал приятно холодным. Потом он достаточно эту штуку открутить и выпить. Вот, собственно, и все. Вот такой вот Magic Bullet 900. А пока все. Всем спасибо.